конечно, в воскресенье мы не могли остаться дома. Поэтому по моему плану, муж как бы хотел бы отдохнуть, может, но по моему плану мы едем в одно красивое место, в парк. Он находится здесь недалеко, в городе Хам. Очень красивый парк, судя по фотографиям и отзывам, давно хотела туда поехать. Муж уже там был когда-то, так что сегодня мне предстоит ознакомиться с этим местом. Ну и вам, конечно, все покажу. У нас очень жарко, но с 5-6 часов прогнозируют сильный дождь, поэтому, надеюсь, будет скоро свежо. Все, мы поехали и вас берем с собой. Так, мы уже заехали в Хам, проехали часть, первую часть города. И едем, нам еще ехать немножечко. Мы немножко просто поехали по кругу, специально, чтобы посмотреть территории местности здесь. Можно было там свернуть и поехать быстрее, но решили проехаться, поэтому чуть дольше едем. Нам еще 10 минут ехать. Здесь очень красивые места. Заехали в Хам, кстати, и я говорю, давай вспомним, что нас связывает с городом этим. Единственное, что нас связывает, это то, что из города Хам нам прислали разрешение на свадьбу, на роспись. Здесь находится Верховный суд в Хаме. Так что приятное воспоминание, то, что связано с Хамом. Вот. А вообще город, я так поняла, что не такой-то и маленький. Ну, конечно, по сравнению с Бекумом намного больше. Я думаю, что меньше Новгорода. Вот, проезжаем какой-то канал. И едем. Очень много людей. Мы сейчас сколько ехали, навстречу нам, в обратную сторону идет очень много машин. Я даже говорю мужу, может, они из парка едут. Он говорит, скорее всего, что тут очень красивый большой парк. Максимилиан парк называется. Думаю, что кто живет в Германии, особенно в Северном Рейне, многие здесь были и знают его, что никому я тайны не открою, ничего нового прям не покажу. Но кто не был, думаю, что вам понравится. И, может быть, приедете сюда, если вы тут живете или если просто путешествуете и тут будете вдруг. Очень душно в машине особенно. Вот, кстати, этот, как он называется, не знаю, это животное. Я его видела на фотографии. Мамонтенок. Хотела сказать слон, но поняла, что явно на слона не смахивает. С бивнями. Слон с бивнями живет. Да. Так, машина закрыла мне обзор. Я его видела на фотографии этого слона. У этого слона, опять говорю. Это животное. Он в цветочках весь такой. Ну, ничего интересного сделали. Необычно. Машина мне закрыла обзор, поэтому не показываю уже. Здесь такие здания есть большие. Вот так по городу мы особо ездить не будем, только в парк поедем и домой, потому что очень душно. Скорее всего, пойдет дождь. И завтра на работу, поэтому сегодня так немножко в парке погуляем, поедем уже. Кстати, детки фоткаются. Не только детки, и взрослые. Вообще воскресенье, но смотрю, в Хаме движняк такой, потому что у нас в Бекуме я вышла утром. Даже, ну, это было уже не раннее утро, где-то часов 11:30. Никого вообще. Ни машин, ни людей. Если учесть, что мы живем практически, ну, мы в центре живем, там буквально 400 метров до центра. Обычно слышны машины, там ездят все. Сегодня тишь да гладь. Все-таки воскресенье у нас настоящее воскресенье. Здесь так побольше смотрю движение людей, машин. Видимо, все гуляют, отдыхают. Сейчас, скорее всего, многие в отпусках. Хотя я думаю, что многие уже, что касается именно Германии, многие уже возвращаются из отпусков, потому что здесь, в Германии, школа, садики начинаются, насколько я помню, не с 1 сентября, а намного раньше, по-моему, где-то с середины августа, поэтому потому что все уже практически возвращаются с отпусков, а мы еще не поехали. Но у нас все в планах. Так что держим кулачки, надеемся, что все получится этим летом и в этом году. Там здесь пиццерия открытая, кстати. Это странно в воскресенье. А, в воскресенье, по-моему, есть некоторые рестораны и там так далее открытые. Бывают. Ну, такой город. Это мы идем, я не знаю, наверное, по центральной улице где-то, да, потому что очень много машин. Айнбанштрассе. Повернули. У нас тоже Айнбанштрассе рядом с нами, в центре. Так, пишет навигатор, что 6 минут.
открывать. Google Maps. Тоже такой, да, центр оживленный. Вот смотрите, рядом улицы уже такие тихие. Никого нет особо. Все по домам. Или, наверное, где-то отдыхают в парках, на озерах купаются. У нас там тоже озеро же есть, я вам показывала в Байкуме. Но мы как были тогда один раз и больше так и не были. На прошлых выходных мы были. Хотели на этих выходных съездить искупаться, но вчера не получилось, были дела. И, в принципе, вчера и сегодня погода в Байкуме не для купания. Немножко очень ветрено было, прохладно. Совсем не жара прямо. Так, немножко свежо. Ну, наверное, купались люди, но... Знаете, как по здоровью, по организму, потому что если такой не привыкший к прохладной воде, можно и заболеть. Так, здесь тоже пиццерия, все открыты, только пиццерии и заправки. Аптека зато закрыта. Открыто самое важное. И все. Так, сейчас будем уже подъезжать, надеюсь, к парку. Мы чем ближе к парку, тем больше движняк машин и людей. Так, ура, мы нашли парковку. Нет, точнее, нашли место на парковке. Вот эта большая вся парковка, она принадлежит, в принципе, относится вот Макси Парк. И идем вот там через дорогу, вход уже в сам парк. Очень много людей, очень много детей, машин. В общем, как всегда в Германии. Все, идем туда, ветер сильный, солнышко. Но надеюсь, что меня будет хорошо слышно. На месте, все на месте, все под контролем. Идем. Сейчас будем смотреть, что там интересного. Зашли уже в парк сам. Сейчас будем оплатить за вход. Такие красивые тут цветочки. Сейчас будем вот так шли. Дорога аж там. Этот весь проход, подход к парку. Вот там впереди касса. Сейчас будем в масках, конечно же. Будем... Будем покупать билеты. Сейчас скажу вам, сколько стоит. Тут, кстати, находится Бюргер Амт. Бюргер Амт — это как этот... О, господи. Ратхаус, типа исполкома, да? Штатхам. Городская мэрия, можно еще так сказать. Сейчас идем. Идем покупать билеты и заходить. Очень много людей. Но мы в предвкушении красоты. Сейчас посмотрим, сколько стоит билет. Так, билеты взяли. Значит, билет стоит на взрослых 5 евро. Один билет. Вот мы заплатили 10 евро. Показываю вверх ногами, правда. Вот 10 евро заплатили за 2 билета. И идем уже наслаждаться красотой. Попкорна нет. Я вообще не любитель всяких там цветочки, всяких там попкорнов и так далее. Раньше ела, сейчас что-то последние лет 5 точно нет. Настолько уже привыкла к какому-то такому здоровому питанию, что я не знаю. Меня сейчас заставь сесть из Макдональдса, что там я ела 2 месяца или 3 назад и думала, что я умру. Мне было очень плохо. Поэтому я поняла, что это давно уже не мое, мой организм это сразу выталкивает, ему это не нравится. Блин, как красиво здесь. Так, это у нас... Да, забери билет. Пожалуйста. Данк. Энерджи. Энергия Кунст. Класс. Тут цветочки разные, красивые. Очень красиво. Такой воздух. А я почему-то в маске еще. Просто когда заходишь, нужно в маске маску одевать, а так по парку можно гулять без маски. Ну, вроде так. Идем смотреть, что там дальше. Это я наклоняю телефон, чтобы особо людей не снимать. Потому что... Многие, я думаю, не любят, когда их снимают. Мне бы тоже не хотелось особо, чтобы меня снимали, наверное, не знаю. Может, и хотелось бы. Не проверяла особо. Так, вот тут тоже красиво так. А мы по этой дороге идем, да? Пошли сразу в бок. Но ветер, конечно, жесть. Везде вот указаны, стоят таблички везде. Где написано описание, указано описание там деревьев, кустов, что тут посажено, цветов разных. Смотрите, все очень сделано так
достойно. Достойно и четко организовано все в парке. Девки бегают. Парк, да, тут, кстати, мороженое, смотрю, продают. Может, мы сейчас мороженое возьмем? Это здесь какой-то Зайнунцайт. Зайнунцайт. Какой-то дедушка, мужчинка. Такой вот котик. Не знаю, это котик или волк. У меня сегодня что-то с животными. С... Как оно называется? Не могу вспомнить это слово. С распознаванием животных беда. А теперь поняла, почему в Хаме везде вот этот мамонтенок. Тут парк в виде мамонта тоже. Теперь поняла всю суть. Я поняла всю суть туристической схемы этого города. Там шашлыки жарят, я унюхала. Вот там, видите, какое большое здание, такой вход. Тут дом, как он там, дом бабочек еще где-то. Здесь он. Поэтому я там думаю, везде очереди вон стоят люди. Может, мы сейчас что возьмем покушать, не знаю, посмотрим. Там мы дома ели. Может, что-то вкусное. Здесь такие вот фонтанчики. Купили мы себе мороженое. А мне вот такое. И муж, как всегда, шоколадное. У нас неизменный вкус. Я шоколадное не ем. Потому что если шоколадное, я всегда что-то или пломбирую, либо что-то такое фруктовое. Смотрите, какое здесь сооружение. Я пока еще не поняла вообще суть его. Там поднимаются, как на лифте, наверх. Я не знаю, мужу говорю, наверное, чтобы смотреть, может, на парк с высоты. В общем, надо почитать, что там это все значит. Я туда точно не поеду, потому что высоты я боюсь, и меня, в принципе, укачивают везде. Не знаю, муж может подняться, разве что. Но я точно не ходок туда. Сейчас еще посмотрим. Там огромные детские площадки. Очень много детей сегодня с родителями вместе. Вон написано, что везде нужно держать дистанцию. Не курить, не пить на территории парка. В смысле, алкогольные напитки. Что, мы пойдем дальше? Мы дальше идем? Идем дальше. Сейчас поедим мороженое. Посидим где-то в тенечке. И все. Уже сколько здесь людей. Очень много. Я понимаю, что сюда весь Хам, во-первых, приходит. Во-вторых, еще близлежащие эти города. Разные встречи штуки такие. Для занятий спортом на природе. А вот он написано Киндерваштрассе. Ужас, дети голые. Голые купаются под водичкой там. Так, сидим, наслаждаемся мороженым. Напротив такого фонтанчика. Муж сказал, что это пальма. Не знаю. Явно не знаю, что это дерево. Цветок, что они хотели людям показать. Территория очень большая здесь. Везде вот такие памятники небольшие расставлены. Скамеечки, урны, все чистенько. Очень класс, молодцы. Сейчас погуляем. Насладимся мороженым. У меня, кстати, очень вкусное мороженое с инжиром и апельсином. Мы уже насладились мороженым. Идем дальше. Как раз муж говорит, я говорю, тут столько детей. Он говорит, ну это чисто детский парк, в принципе. Поэтому не удивляйся, что тут одни дети. Ну, в основном дети и родители детей. Очень редко можно встретить просто так парочку, как мы, гуляющую. Есть, конечно, но в меньшинстве. Сколько людей. Я тут снимать не буду. Вот такие есть еще. Как это, такие горки, песок здесь, все, с детьми можно гулять. В общем, муж говорит, пойти ворваться. Но там вообще-то папу с детьми, у тебя пока детей нет. А самому как-то ворваться было бы странно. Да. Кстати, вот здесь, смотрите, проходишь, оттуда вода брызгает. Дети ходят, тут стоят. Ну, когда находишься под ней, я так понимаю, она, видно, реагирует, да, и вода освежает, брызгает. Да. Мы прошли сначала, не поняли, а потом догадались, что она вообще-то срабатывает на движение. Посмотрели на детские площадки. Видите, нас пока это не интересует.
Думаю, когда у нас будет ребенок, здесь раздолье для детей, конечно же. Здесь вот такие лесок такой вокруг. И склоны с газонами. Здесь тоже такие горки. Это, наверное, для этих, для скейтеров вот такие штуки, да? Нет? Из такой, из такого материала. Вот такой мягкий материал. Ну да, я знаю, он стелится. Где-то в Украине видела. Стелили такой на детских площадках. Детских, на спортивных в основном, не на детских. Так, здесь. О, наконец-то мы дошли где-то там. Дошли до воды. Я все ждала, когда вода будет. Правда, тут все занято, смотрю. На берегу, там вот кафешка. Вон. Видно, люди сидят, здесь цветы. Очень красиво все организовано. Красивый парк, большой. Я в восторге. Очень рада, что мы приехали. Потому что мы долго думали ехать, не ехать. Думали, может, поспать дома. Но я настояла. И, знаете, как говорится, мы подумали, и я решила, и мы приехали. Вот какая здесь красота открывается. А, смотрите, такие вот, такое вот развлечение для детей. Можно вот такие кораблики запускать, управлять ими, да? Ну, я смотрю, что управляют взрослые, что дети, видимо, запустят и будем искать. Будут искать корабли. Да, это, скорее всего, клуб. Потому что видно, что есть руководитель. Там вот кафешка. Надеюсь, что меня хорошо слышно, потому что ветер, конечно, нормальный такой. Клуб судоводов на пенсии. Клуб судоводов. Садоводов, может? Судоводов. Судоводителей. Там даже кто-то, смотрите, загорает. В гордом одиночестве какая-то женщина загорает. Пойдем, может, по кругу обойдем озеро это. О, вот с той стороны, мне кажется, красиво тоже. Кстати. Да, мы сейчас там тоже. След этого сейчас догоняем. Мы тут следим за этой. Как она называется? Морской бой. Озерный. Это вообще озеро или что? Это полицейские тормозят. А, это полицейские. Интересные полицейские в Германии. Мы хотим сейчас обойти озеро, и это озеро вообще, это, я говорю, озеро. Пруд, не знаю, обойти и с той стороны посмотреть уже в эту сторону, на вид оттуда. Смотрите, здесь с этой стороны детская площадка огромная, дети в воде, в грязи. Вообще радостные, счастливые, наслаждаются жизнью. Знаете, как и мы в детстве любили поваляться везде, где можно. Ох, как красиво отсюда вообще. Обожаю природу, вот это все. Желательно не тронутую особо человеком. Класс. Кстати, мы решили, что там загорает одинокая женщина. Дима говорит, а кто ее разрешил? Ну, смотрите, никого. Я говорю, может, это директор пруда? Ой, я не знаю, ну, очень странно. Говорю, она мне портит весь вид. Я хочу сфотографировать красивую природу. И тут она лежит посередине. В общем, посмеялись. Сейчас будет очень смешной эпизод из нашего сегодняшнего влога. Перед этим я вам рассказывала, говорила, что за женщина там лежит, она меня бесит. Кто ее туда пустил? Знаете что?
это памятник. Мы пришли сюда, с этой стороны увидели ее, смеялись сейчас минут 15. Не, ну нормально. Это они так решили украсить, видимо, водичку. В общем, это очень смешно. Все, я подошла, муж говорит, смотри, женщина, оказывается, это не живая. Ой, цирк. А я говорю, кто ее туда пустил? Смотрите, какие цветочки красивые. Класс, такой цвет нежный, лавандовый. Очень красивая. Пахнет вкусно. Мы уже устали, но еще, наверное, только посмотрели 1/25 часть этого парка. Только немножко прошлись. Смотрите, рыбу мы нашли в пруду. Муж сказал, что это сом. Такие огромные. Не, да может быть даже и не сом. А что это? Ну, похоже. Ну, сом, он же с усами должен быть. Это не сон, по-моему. О, смотрите, там какой огромный. Ого, плывет такой. Ну, тут, наверное, нельзя ловить рыбу. Да? Класс. В Германии вообще рыбу. Да, это сон. Вот, смотри, это что, усики. Вот он плывет. Вот-вот большой. Вот. Здесь видно его. Вообще огромный. Я таких рыб еще не видела. У меня телефон на него не уронит. Это тот, которого ищет в Дунае. Да. Доплыл сюда. Ну, по Дунаю же. Почему и нет? Ну и, конечно, памятники в Максимилиан парк. Это отдельный вид искусства. Я не знаю, может, я в искусстве не особо, конечно, но, в общем, вот такие здесь памятники. Три девушки, стесняющиеся. И мужчина, который машет. Им написано, что написано у него. Я не хочу, правда, ходить. Надеюсь, отключение нас соберу здесь. Муж смеется. Так. Нет, я не вижу, что написано, потому что уже все такое потертое. Вот так оно стоит. И они здесь. Кстати, можно с ними фотографироваться. Мы уже в движении же немножко устали, но нацелены дальше идти. Здесь, кстати, поменьше людей, более уютно. Поменьше людей, поменьше детей. Дети в основном там, где детские площадки. С той стороны кричат, играются, купаются. Там такие небольшие бассейны есть. А мы больше вот в таких уединенных романтических участках парка гуляем. Очень рада, что мы приехали. Мы очень долго. То ехать, то не ехать. Надо, не надо. Но добрались очень быстро. Поэтому вообще не проблема. Если особенно у вас есть дети, то сюда просто рекомендую. На весь день можно занять детей. И что покушать здесь можно и купить, и выпить, и вода, соки, все, что хотите. Чай, кофе, все есть. Везде все культурненько расположено. Здесь, кстати, можно еще в лес идти погулять. Тропинки есть. Это полиция, кстати, пролетела так громко. Мне нравится, что здесь скамеечки. Можно посидеть, отдохнуть и идти дальше. Гулять. Муж идет впереди, как Сусанин. Прокладывает мне дорогу. Сейчас будем... Насмеялись, в общем, с этим озером, чепурдом. Не знаю, что это. С этой женщиной, которая лежит на матрасе. В общем, цирк. Оттуда, когда смотришь, реально кажется, что это живой человек. Я еще думаю, ну почему она даже не двигается, ничего. Но я подумала, наверное, она загорает и просто лежит и ловит солнце, скажем так. Уже подошли близко, поняли, что это не женщина. Точнее, это женщина, но женщина-памятник. В общем, цирк. Так смеялись вообще. Дальше. Развлечения здесь для детей. Это такие маленькие паровозики. Он как раз сюда едет в нашу сторону. Сейчас посмотрите, такие вот маленькие узкие рельсы. И можно катать деток. Наверное, это платно, не знаю. Вот тут видите, если маленькие совсем детки, то и взрослые садятся. Смотрите, какое. Стараюсь со спины снимать.
класс. Для детей, в общем, серьезное развлечение здесь. У меня вообще такое ощущение, что сейчас дождь пойдет немножко. Пару капель уже было. По прогнозу, вроде, ну, по крайней мере, у нас Бэком прогнозу был с 5 или 6 часов. Не знаю, может быть, тут раньше начнется. Посмотрим. Урна в тюльпанах. Когда-нибудь видели такое? Изысканную урну. Вот это целая схема, смотри, движения. Система разработана. Так все продумано, так интересно. Вот он так называется. Значит, работает он с 1 мая по конец октября, да? Можно заказывать, кататься. QR-код, видно, онлайн заказываешь билетик. И по QR-коду пробиваешь. Ну, может, пути переведем? Да, не хочешь. Ты что хочешь? Катастрофа. А это он сам едет без... Приехал, точнее, видно, людей высадил. И вот мужчина им управляет, и он приезжает. Даже, как оно называется, где поезда? Депо, да? Даже депо здесь есть. Все серьезно. Все очень серьезно. Вот так они их чистят, чинят здесь. Проверяют, все ли у него в порядке. И готов ли он к следующему выезду. А тот, кстати, уже обратно едет. Они сейчас вот так по кругу. И сюда, видимо, приедут. В депо опять. В парке встретили... Ну, конечно, у них был свой самолет. В парке встретили группу Queen. Смотрите, какие они молодые. Написано, что... В описании написано, что Jazz Tour North America, 78 год. Но я, правда, пока не поняла, какое это отношение имеет к Германии. Нужно почитать, в общем, перевести. И потому что мы сюда заходили, тоже я видела их афишу. Дима говорит, может, они тут были. Может, и были, кто их знает. Нет, это просто и для информации, да? Но мы будем думать, что они тут были. Легенды. Так, мы уже по кругу обошли парк, вернулись обратно. Сейчас будем еще смотреть, что тут же интересного есть. Слушай, так, мы зашли в дом бабочек, известный в этом парке. Вход стоит 3 евро с человека. Бабочки, конечно, летают как бешеные, поэтому я, конечно, попытаюсь что-то заснять. Но здесь очень красиво. Попытаюсь что-то заснять. Ну... Смотрите, какая красивая голубая бабочка. Синяя голубая. Так, пойдем, может, вовнутрь. Там, может, здесь бабочки поспокойнее. Так, единственное, что тут нужно ходить в масках, а здесь внутри очень душно, потому что вот такая, как теплица, что ли, как это сказать. Вот сейчас покажу вам, где там сидят красивые бабочки. Здесь вообще целое семейство красоты. Не знаю, я их боюсь почему. Ага, они раскрываются такие красивые. Класс, я боюсь их трогать. Мне кажется, что они такие хрупкие, нежные, что они внутри голубенькие. Вот они так коричневые, когда закрыты, когда раскрываются, они голубые внутри. Короче, мне кажется, что они такие хрупкие, что что-то я им сделаю, не знаю, что-то плохое. Боюсь их трогать, но красота нереальная. Они везде летают вокруг тебя. Ну, круто, в общем. Здесь для них, видимо, все условия созданы, цветы. Ой, там птички. И смешные. Там птички ходят. Только смотри, не наступи. Только смотри, не наступи. Вот здесь. Тоже бабочки сидят везде просто. Их иногда кажется, что их не... они все летают. На самом деле они все сидят вот тут, но они иногда сливаются с растениями, и их не видно. Вон птички там, смотри. Нет. Видишь, маленькие? Да, точно. Я не могу показать, не видно через кусты.
легко, мы встретили русских. Глазиками, да? Русские здесь везде, блядь. Удивительно. Так, главное не наступить на какую-то живность. Вот такая еще красота здесь. Мама, смотри, какая красивая. Мама, смотри, как прилетела Алиса. Алиса, мы тебе пахнем. Летает все вокруг. Очень красиво. Вообще такая задумка интересная. Мы уже выходим из парка, нагулялись, насмотрелись. В общем, сколько мы гуляли? 2.5 часа, где-то так. Устали. Купили магнитик на холодильник из дома бабочек. В общем, счастливые, радостные. Идем уже к парковке, к машине, едем домой. Уже проголодались немножко. И все. Вот такое вот у нас сегодня шикарное воскресенье было. Спасибо, что были с нами, смотрели, наслаждались с нами вместе этой красотой. Надеюсь, что вам понравится видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Все как обычно, вы все сами знаете. Спасибо вам большое, что смотрите нас. Пока и до следующего видео.